Шестером. Вот. Сегодня не Зарянова. Сегодня в первую очередь уловит мяч. Вот, у него, к сожалению, мяч пока не прошел. Эта передача не прошла. Войлов Олег. Сегодня отсутствует. Ой, не. Так, а это сейчас 8 номер. В составе Оклахомы. Плюс ко всему, Устинович Владимир сегодня подъехал за Оклахому. До этого тоже его не наблюдал в составе команды. Вот. Но, тем не менее, пока хочу заметить, что пока Финя трехочковых, за счет которых можно было бы вывозить. Ну, тем не менее, это игроки недавно, ну, необходимы такие игроки по большому счету, потому что большие у них напрочь отсутствуют. Вот. Так вот, если говорить об Оклахоме, то они сейчас буквально проходятся практически с по всем. Я сейчас открою, как с кем они играли до этого, но... Насколько помню, они выиграли, да. Они выиграли предыдущий матч. Ну, как бы Оклахома сейчас, судя по всему, на первом месте идет сейчас. Достаточно крепко дно таблицы. Вот, легкий соперник у них сейчас. Но и Феникс, если говорить про Феникс, то команда тоже только безнадежен, как и Сиэтл. Как бы у них все-таки были достаточно неплохие матчи. В первую очередь я бы вспомнил у них матч с Нью-Йорком, когда они так достаточно неплохо цеплялись. Камера. И Шавкун, дотяжной проход, и забивает. Забивает Энтрим. О, вот наконец полетает. И забивает, забивает все-таки второй штрафной из четверти. А сколько человек смотрит трансляцию? Дорогие телезрители, пишут, думаю, так. Максим Зубенко, у вас заставка на трансляции матча «Спартанцы против ГСЕ» или это не меняется? Оклахома сегодня явно сегодня в полном составе собралась. Ну, все-таки, какие-никакие, но базовые лидеры сегодня со стороны Феникса подъехали. И за счет, так смотрю, он не особо стремится продавливать. Вот, сейчас быстрый отрыв прошел. Сейчас отличная передача была на Устиновича, на Шкафцова дальше. Такая достаточно сложная передача. Шкафцов с 8 получилось. Залетело. Мысленно сейчас проклял Устиновича, который ему не самую хорошую сейчас передачу отдал. Впоследствии из-за чего ему сейчас пришлось достаточно... Ой, а теперь... Ой, сейчас хорошо разыграли, на Комиссарова загрузили под кольцо из фала. Да, все-таки Оклахома начинает уходить вперед, уже плюс 10, да, совершенно правильно говорите, плюс 9, точнее, но... Вот вы и был... вообще необычно, вот, двумя пятерками приезжают, я так обратил внимание, но вот сегодня не так, сегодня у них, они в пятером играют, и Шавкун с фалом. Но все-таки пока я бы не сказал, что так, но Феникс пока цепляется еще чисто на морально-волевых. И, ну что ж, посмотрим, насколько кто быстрее в итоге сдуется. Хотя это на самом... Макс, а я как понимаю, сейчас матчи плюса тоже стали комментироваться, да? Ой, Пойлов Олег стремительно сейчас. Коль! У меня в каморке лежит рюкзак, там... Макс, и какие у тебя в целом впечатления от дивизиона Пакин? Ой, продолжим, хорошая атака от Оклахомы, Давид, нужно пытаться довести до верно. Хорошо, на первом Шиховцов убирает Шади, 2 очка Шиховцов, доведенная до ума атака и... Шиховцов и потеря Оклахомы. Вот это игра для Феникса. Это в этой среде комфортно себя Феникс чувствует. Быстрых отрывов. Оу, смайк. Дальше Шавкуновой. Плохая передача. Нужно стоило сильнее дать. И чувствуется, что Феникс устал. Все-таки подсели физически они.
Да, все-таки они первую игру пока там до конца не сформировали составы, и нужно, да, еще плюс ко всему команды не до конца изучены, не изучены их возможности. Куда кто-то может куда-то не дать. Согласен, Макс, еще, ну да, еще сложно пока выводы судить, по выводы делать. Шавкун будет, наверное, треху бросать. Нет, решил на Пойлов. Пойлов! Вот забор и продолжается. Кстати, Макс, я так знаю, вчера у Атланты такая достаточно жесткая игра была. И насколько знаю, не так кто. Да, второй не знаю, кто был. А? Что там вообще произошло? Каков был сценарий там? Что ты знаешь про это? Ну, как бы я знаю это с одной стороны, типа, очень много фолов не видели. И там, в общем, судил, ну, как... Атланта, это, Майами Сол. Да. Так, как бы игру, и действительно ли было так? Вот, но я вот увидел, услышал сейчас альтернативную точку зрения, и она там прямо такая, те же степбэк трёхи от Пойлова Олега. Шиховцов пока не забивает, но Комиссаров... Очень интересно, сколько у него там трехочковых снарядов останется на третью четверть. И Балакин не забивает штрафные, но он снова на подборе, как заведенный, носится. Не, ну я просто так смотрю, мне кажется, ребята из Феникса, они уже достаточно давно играют, и... Ну, Атлант, я не знаю, как раскидывать зону. Как бы это, возможно, чисто уровня понимания, так, пока у ребят не хватает, чисто опыта, как раскидывать зону. Ну, как бы лица... Может, конечно, кто-то добавился у них, Максим. Но я... Они все играли тогда. Вот, например, взять тот же Дюк, я вам скажу, что... Вы думаете, мы тренируемся вместе? Нет, мы не тренируемся вместе. Даже, как бы, близко подумал. Это вам точно не скажу. Как бы... Чисто, мне кажется, это на уровне понимания должно быть, как нужно зону раскидывать, да и по факту остальную команду. Ну а на самом деле, как бы ничего в этом сложного нет. Вот Феникс, сейчас слушайте меня внимательно и записывайте. Либо Титко. Мне, кстати, вот интересно, ребята вообще сейчас... О, где-нибудь играют вообще, может там соревнования какие-то. Сейчас пытался сейчас отдать. Это Пойлов Олег. Да, 20 секунд временем остается до конца. Они достаточно близки к этому темпу сотни. Нужно так... Сейчас, интересно, вот забьет, не забьет. Шиховцов. И нужно будет всего... Снова решается в соло, в стиле слэша решить все. И... Вот тут же прилетает ответка от Комиссарова. Ну, не знаю. Вот они из-под кольца не забивают сейчас там. О какой практике можно говорить так? 33-76. Что они все-таки так борются, не отчаиваются, стараются как-то кайфовать, удовольствие от игры получать. Вот, вот, а вот сейчас хорошие. Идти на сотню игроки Оклахомы, пока что-то не задалось у них. Вот прилетает. Ну что, может, красивое что-нибудь нам выдадут сейчас команды. Вот, вот да, вот это академично было сейчас со стороны шиховцев на комментарии. По личной статистике пройтись, посмотрим, кто сколько забил пока на сегодня. Так, открываем тогда протокол матча. Также выделяется у них Шавкун Андрей, тоже 14 очков. 2 9 трешки, 6 подборов, 2 передачи. 6 очков. 8-19, 1-0-1 трешка и 16 подборов у него. И, кстати, из них 11 нападений пришлись. 72-шки, 1 из 3 на трешке, 4-5 со штрафа и 15 подборов.
Но передача у него всего одна. Так, а если давайте откроем пока общую статистику, посмотрим. 4.30 до конца четвертой четверти. Так вот. 29.7 со стороны двушки. И сейчас 53.5 со трешки. 20% трешки Оклахомы. Хоть по какому-то показателю. Феникс впереди. 66.6 штрафных против 33.3. О, восходит Оклахома на подборе Феникс. 63 на 32. И просто катастрофические цифры. 38. Я бы сказал, что у Феникса потерь не так много. Они доводят все-таки атаки до ума. И некоторые атаки они до ума доводят. Но хотя бы они не теряют мяч на ровном месте. Вот так и сейчас Оклахома. Так, и вот теперь уже Ой, там, мне кажется, немного оступился сейчас. О, в итоге забил шестой номер. Кин с разворота. Нет, не получилось. Ну и все, без защиты уже так играют команды. Чисто доигрывают. Балакин. Шиховцов там рожки строит Балакину сейчас. Просит у мяч. Трешка прилетает от Остиновича. 6 очков за мисс за полторы минуты. Я думаю, кстати, Оклахома даже успевает. Вот сейчас Лакин. Оводов Сергей. Оклахома не хочет сотню. Но мне кажется, она наоборот хочет. Поэтому она сейчас трешки стала бросать. И я думаю, они все-таки успеют. На Шиховцова. Шиховцов! Нет, не идет, но на подборе Устинович. Так, 4 очка, 35 секунд остается. Два броска. Но подбор... Подбор за Феникса. Владение Феникса остается пока. Шавкун будет бросать. Да, бросает со степбэка. Ой-ой-ой.